Меня зовут Роман Федоров. Я являюсь совладельцем бренда или компании «Дерево». Мы развиваем хостел и коворкинг как совмещенный проект. В сочетании коворкинга и хостела на самом деле нет никакой определенной, сказать, логики, какого-то сакрального замысла. То есть вроде как человек приезжает и живет, и у него есть место, где поработать. Изначально, когда мы внедряли Bittrex, он мне виделся и представился как программа достаточно универсальна, но поскольку опыт у меня был большой, у меня сразу там возникли ассоциации определенные между функционалом Bittrex и теми процессами, которые обычно происходят, в принципе, в любой компании, особенно крупной. И вот этот функционал, он многие проблемы решает. Она, в принципе, для любой компании нужна. А так задачи, конечно, используем активно, там и там, эти чек-листы, и там, ну все, ответственные сроки, там, комментарии, там все вот это текущее мы там подводим, на повестке стоит, какие задачи и так далее. Бизнес-процессы. Мы, кстати, про них сперва не знали, а потом оказалось, что это такая вообще штука хорошая. Ну, очень удобно, потому что раньше, ну, бумажки там носишь, оплатил, не оплатил. Мобильная версия, конечно, она нужна. Как? То есть это вот, чтобы работа была везде. Ночью перед сном дома была работа, с утра, там, кушаешь завтрак, там, что-нибудь тыкаешь. Поэтому мобильная версия, конечно, решает.